кто пришел? Привет, мам, кто пришел? Кто пришел? А кто ко мне пришел? К тебе? Да. К тебе никто не пришел. Это ко мне кто-то пришел. Мне нет, это ко мне кто-то пришел. А кто, зай? Мама, а кто ко мне пришел? А что у тебя, подожди, а что у тебя тут такое? Это карандаш. Какой карандаш? Я целовала ручку. А зачем ты целовала ручку? Я целовала. А зачем? Я целовала. Это как помада. А, это ты поцеловала, чтобы тебе помада осталась на губах? Да. Здравствуйте, здравствуйте, девочки. Здравствуйте, здравствуйте. Тося, это Таисия, девочки. Да. Тебя как зовут? Меня Таисия. Таисия. Понятно, как надо представляться. Понятно, как надо представляться. Это типа она себе ручку поцеловала. Девочки, я минут на 10 выйду, потому что она мне не даст. А мультики включать не хочу. Мультик дай. Ну, если ты посидишь спокойно. Ну, все, я сижу спокойно. Ну, посиди, минут 20 посидишь. Поиграй пока во что-то, я тебе потом перед сном включу. Мама, сейчас. Посмотрите, девочки, на меня. Дай телефон, мам. Не так, ко мне. Не надо, не дергай, Заю. Мне в руку, да. Нет, я вот... У меня же рука-то, кстати, устала. Хочется в ракурс, а где побольше, покрасивее, но рука устает, поэтому будет ракурс обычный. Будет ракурс обычный. Девчонки, привет, привет. Пишите что-нибудь. Привет, привет, девчонки. Пишите что-нибудь. Ну, видите, это она, смотри, ты покажи, что ты сделала на руке. Разрисовала руку, и теперь ее целует, потому что чтобы осталась у нее типа помада. У тебя же есть помада, дочь, я же тебе покупала блеск. Зачем ты это делаешь? Нет, у меня нету помады. Я же тебе покупала блеск. Привет, когда Тосю в сад отдашь? Тось, ты когда в сад отдашься? А? Ну, когда? Отдаюсь в сад. Отдаешься в сад? Когда пойдешь в сад? Не знаю, да. Да не знаю. Дочь, ну, Заю, не надо. Пойдешь в сад? Не пойду. Почему? Потому что... Аня, привет. Вера, привет. Тоська, тебе надо прямые эфиры проводить вместо меня. Зай, подожди, дай я прочитаю. Подожди, мам. Смотри, Тось, если ты сейчас будешь поиграешь в свою игру в какую-то, я тебе мультик включу. А, Лунтика на 20 минут. Что-то у меня голова только заболела. Не Лунтика, только голова. А что тебе? Подожди, Тоська, голова заболела. Что-то у меня так голова резко заболела. Так, что-то я пропустила все. Почему редко в эфир выходите? Знаешь, как вы купили квартиру? Какие вы милые. Спасибо, когда Тося в сад. Ага. Девочки, ну когда отдам в сад? Не знаю, может, после лета отдам. Думаю, что после лета будем пытаться ходить. Хотя не факт, не знаю. Посмотрим. А какие планы? Какие планы, планы? Планы хорошие. Почему редко в эфир выходите? Потому что никак, ну, как-то нет времени выходить. Не знаю, потому что все время вот, она же не дает выйти в эфир, а заменять это мультиками как-то не хочется, чтобы она мне дала пообщаться. Ну, буду чаще, буду. Какая вы солнце. Спасибо. Я на вопрос, сколько? Мне 36. Тоське. Я такая, слышите, такая, я такая раз ракурс другой сделала. Мне 36. Тоське 3,7, по-моему. По-моему. Ну, короче, ей в июне 4. Так, Зай, не надо. Я буду играть. Хорошо, Яна, планируешь еще одного? Да я бы с удовольствием. Кстати, совсем недавно подумала, что прям уже хочу пупса. Пупса. Пупсика, шмупсика такого. Чего мне так голова болит? Таисия, хочешь сестричку? То есть хочешь сестричку или братика? Хочу братика и сестричку. Понятно. С
Сохрани эфир, пока знаешь, сегодня. Да, если будем о чем-то разговаривать интересным, сохраню, а так пока ни о чем у нас разговоры. Яночка, сколько лет вам и Тосечке? Уже ответила. Здравствуйте, Яна, нравится ваша увлеченность своим делом, тем более таким благородным. Спасибо, мне тоже нравится моя увлеченность. А еще мне нравится, как я к ней пришла. Вы видите вот это вот? Это вот гимнастку, видите? Скучная Яна. Яна, скажи, а ты с интернет-магазина Wildberries? Никогда, ни разу, все время хочу, но нет, не заказывала. Как-то мне вот это все ждать, для меня все, что ждать, это все для меня как-то, знаете, не моя тема немножко. Мне хочется сразу, чтобы мне все сразу привезли и все. То есть ты что, хохотунди? Да. Ты хохотушка? Да, я... Девочки, привет, Аня, привет, еще остальные. Эл и Кат. Эл и Кат. Дочь, Заюнь, ну мне так больно, Зай. Тяжело, точнее. Я думала, тебе 30, но никак не 36. Мол, ну только, конечно, я же говорю, взяла правильный ракурс, такая вот так вот. Мне 36. Вы видите, морщин почти вот с этого ракурса нет. Я, видите, еще так специально хвостик вот так подтянула. Вы что думаете, я вот так хвост сделала? Он, опа, видите, реально, смотрите. Посмотрите! Оп. Короче, и морщины такие, оп, и разгладились. Так что ракурс надо знать правильно. И прическу в хвост. Как видите, кого-то с натянутым хвостом, знаете, что морщины расправляет. Летом отдыхать в Испании 3 месяца. Да, Яна, точно быстро товары приходят. Так, подождите. Привет из Казахстана, Яна, привет. Здравствуйте. Быстро товары приходят. Да надо попробовать, девочки, надо попробовать. Попробую, расскажу. Смешинка в рот попала, но летом отдыхать 5 минут. Да, Яна, вы в каком районе сейчас хотя бы? Примерно. То есть, так, ты там одета у меня, ребенок? Да, одета. В каком районе? Давай я сейчас в одном районе, скоро уже буду в другом районе. Когда уже буду в другом районе, тогда я вам уже подробнее все расскажу. Остается время на личную жизнь? Пока нет. Остается ли время на личную жизнь? Ну, личная жизнь, это что, девочки? Да, у меня есть время на личную жизнь. Вот сейчас у меня происходит моя личная жизнь. Понятно? Личная жизнь. Не, на самом деле я-то работаю до обеда и приезжаю где-то в 2 приезжаю. Заюнь, принеси свои куклы лучше и покажи девчонкам куклы. Они никогда не видели таких, так много Рапунцелей, Эльс, Ан. Я не знаю, что там у тебя еще есть. Неси, будем показывать девчонкам. Неси. Не хочу ее нахватить. Так, что я вам говорила? Что? Зай, ну мне так не нравится. Не надо, я такие игры не хочу играть. Тося, начинается воспитательный процесс. Я в такие игры играть не хочу. Мне они неприятны. Слышишь меня? Слышно? Дочь, я сейчас уйду тогда. Но мне не нравится. Зачем ты взяла эту крышку? Иди, пожалуйста, ее отнеси. Закрой ящик с игрушками. Малыш, давай, закрой ящик с игрушками. Взяла мне, хвостик распустила, и сразу морщин больше стало. Вот я же специально так сделала, Тоська, а ты меня это... Около 30. Кто вам помогает с малышкой? Мама. Вот, короче, я же не договорила. Я приезжаю. Сейчас, подождите, надо немножко беседу простить. Таисия, еще раз говорю, мне не нравится так. Я тогда, когда ты будешь меня просить, тоже не буду выполнять твои просьбы. Хорошо? Согласна? Нет. Не согласна? Нет. А как быть? Предлагай альтернативу. Давай, предлагай альтернативу. Как мы будем договариваться? Энергии. Много хочется ее кладить. Рассказывай, как мы будем договариваться, Тось? Нет, никак. Никак не будем договариваться? А как будем с тобой
мирно сосуществовать? Или будем ругаться? А? Тасяндра? Тасяндра? Сейчас заберу эту крышку. Видите, вот так тоже бывает на самом деле. Внимание ей хочется. Ну что, мультик тебе включить? Да. Это вот, это знаете, к чему было? Это вот меня так под это, чтобы я мультик... Давай, иди. Рапунцель. Вот когда эфир закончится, мы с тобой поговорим. Да, я тебе все скажу, что я тебе думаю. Давай, иди. Мам, неси компьютер. Неси компьютер. Так, короче, про время. Ну, я приезжаю в 2, в 3... Нет, не в 3. В 3 это вообще редко. В 2 где-то, 1:30 приезжаю. Даже в час бывает. Я, ну, как бы... Не беру так учеников, чтобы до вечера работать, чтобы еще посвящать время и Тоське, и себе... И себе несет. Давай. Давай. Сейчас я на чуть-чуть. На 10 минут я тебе включу, ладно? Хорошо, Лапулька. Давай. Что? Так. Так, давай вот сюда. Ты София, сядь. Мам. Софию? Да. Хорошо. Я люблю себя. Хорошо. А ну сейчас следующий там будет мультик Софии? Как он происходит, когда заканчивается? Ну, следующий, да. Да? Ну хорошо, сиди, смотри. Только я буду лежать. Ну, лежи. Оп. Кто вам помогает, малышка? Мама, девочка, или ты сейчас говорит? Сейчас пройдет реклама, мама. Хорошо, я на странные сапоги, на шпильке опять в моде. Будете носить? Конечно, в запасах вон лежат. Буду, вытащу, буду носить. Привет, Яночка, большой глаз прям горит. Спасибо, вообще носите шпильки сейчас? Вообще нет, куда мне их носить? Если вы... Нет, даже сейчас зима. Куда вы... Вот сейчас, не знаю, весна наступит, посмотрим, может, на какой-нибудь выход. Какой-нибудь ресторанчик одену, надену. Обую. Смотрите, ваше режим питания. А вы что, не замужем? Я развелась. Разведена. Делай чуть-чуть... Все у тебя нормально там? Да, все, вот она тебе включила. Ваш режим пьян. Расскажите ваш режим питания. Ой, я питаюсь очень хорошо. Я люблю поесть, девочки. Я редко сижу на диетах. Моя диета, если я поправляюсь на 2-3 килограмма, то моя диета максимум это... я перестаю сладкое есть. Я просто сладкоежка. Я люблю там чай с шоколадкой, типа такого. Вот я перестаю есть сладкое. А так я не сижу на диете. Я люблю есть. Я ем много. Сохраните эфир. Яночка, привет. Может, не в тему, просто нам сейчас актуально. Как у Тоси лезли зубки, как вы справлялись? У нее зубы лезли спокойно. У меня... Ну, я не знала проблем с этим. Красьте волосы, крашу. У вас режим как старайтесь... Как стараюсь. Здравствуйте, Яна. Давно в эфире? Нет, недавно. Скучаете по Камчатке? Нет. Шнакшак на Москве купили. С Камчатки пригнала. Вы уставшие сейчас? Нет, не уставшие. Мы погуляли так хорошо на улице, поэтому я воздухом подышала. У вас режим? У меня режим? Да как режим? Не знаю. Что значит у меня режим? У меня нет режима. Ну, работаю я. Встаю утром рано. В общем, Москва не там, где родные, а у меня родные все здесь, в Москве, да, по всей России. У меня мама здесь. Блин, у меня, знаете, что... А, вот все сбилось. Нет, не сбилось, да, вы... Так, здравствуйте. А я нам снимаете квартиру, да, пока снимаю. Яна, привет, мы вас любим. Мы вас очень, чуть я не сказала. Ну, типа, знаете, добавила. Спасибо, здравствуйте. А вы икру можете отправить? Нет, не могу. Яна, какой режим сейчас у Тоси? Такой же, как и у меня, встает вместе со мной рано. Я бы хотела, чтобы она поспала, когда я ухожу. Но она не спит. Встает, как и я встаю. А потом днем, кстати, начала из-за этого спать. У нее уже не было дневного сна, и мне это было, в принципе, удобно, потому что я ее укладывала в 8-9 вечера, она уже засыпала. А сейчас, так как она рано встает, она днем тоже засыпает и ложится. И если она днем поспала хоть 20 минут, все, она ляжет в 12 ночи. Она не уснет просто раньше. Даже если днем был сон 20 минут. Поэтому мне неудобно, чтобы она спала днем. Но когда я вижу, что она, ну, уже такая уставшая, то, конечно, я ее кладу.
Витаня, какой. Но пока вы не пытаетесь. По калориям? Нет, конечно. Я ем вообще, девочки, я вообще за этим не слежу. Там калории. Я ем вообще нормально. Отстаете от ритма московского? Знаете как? Я, так как моя работа разъездного характера, я, наверное, немножко устаю. Я езжу, да, много. И когда я приезжаю домой днем, мне надо обязательно полежать. Я такая вот, отдохнуть надо, перезагрузиться. Что Тося не любит из еды? Вы спросите лучше, что она любит из еды. На руке на одной 5 пальцев хватит, чтобы перечислить, что она любит из еды. Она малоежка, и это огромная проблема для нас. Ну, как к этому относиться, смотря. Ну, не проблема. Ну, то есть, знаете, помозговать надо, чем бы накормить ребенка. Я на вопрос молодец, обожаю вашу страничку. В Инстаграм захожу и первым делом смотрю, ну, есть что. Спасибо, девочки. Спасибо, что вы свое со мной. У вас свое жилье? Пока нет. Приветик. Классно, вы мне все нравились на доме. Да, спасибо, мы живем на Камчатке, любим вас. Спасибо. Камчадалы мои, вы почему не спите? Спасибо за искренность. Лучшая икра, что я пробовала у Яночки. Ой, спасибо, девочки. Яна, вы такая открытая и простая, сейчас очень мало таких людей, вы замечательные. А Москва просто, мне кажется, чем дальше регион, тем люди там вот как бы по открытии, знаете, доверяют друг другу больше. Может, я ошибаюсь, но мне почему-то так кажется. Как часто папа звонит, мама любит меня на маме по телефону, не любит разговаривать, и в этом проблема. Звонит каждый день. Ну, она не всегда разговаривает. На икру вы только по Москве продаете? Да, только по Москве. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ухаживаете за волосами? Как ухаживаю? Мою и сушу. Маски там делаю разные. Ну, не так, что прям я там помешана на этих масках. Ну, какие-то у меня бывают. Есть масочки, я их делаю. Да, не так много едим. Вообще, мне кажется, волосы... Уход. Не знаю. Я знаете, во что верю с волосами? В генетику. Они или есть, или их нет, этих волос. У меня они лезут постоянно. Постоянно, сколько я себя знаю, всю мою жизнь у меня лезут волосы. Но они как бы обновляются, да? То есть я лысее не становлюсь. Как сколько у меня волос было всю жизнь? Может, с возрастом будет, конечно, там в 60 лет, наверное, они уменьшатся все-таки. А пока не знаю. Еще верю, что питание может влиять на волосы. Это да. Ян, как ваши волосы? То же самое, не так много едим, перерастут. Как ваша мама? Привыкла ли она к Москве или все-таки скучает по Камчатке? Ой, мама, это отдельная тема. Не привыкла пока, потому что не в своей квартире. Думаю, что скоро будет она уже жить в своей квартире. И тогда все-таки, когда своя квартира для пенсионера, это, ну, знаете, как всю жизнь прожил, когда ты в своем жилье и в аренду, ну, в съемном, это, ну, ей тяжело, как бы, ей нужен свой угол. И дай бог это скоро будет, и дай бог она привыкнет. Здравствуйте, привет из Барнаула, привет, привет, счастья вам, спасибо большое, с вами сказать не так, как люди из глубинки или с маленького города. Хороший мужчина будет с вами, тоже счастлив, спасибо большое. Как уж и к тому, чем сейчас занимаетесь в плане работы. Если проанализировать всю мою жизнь, то, наверное, я вот к этому шла просто очень маленькими шагами и медленно. Например, на первом курсе института я работала репетитором. Представляете? Недавно с мамой это вспоминали. Говорю, мама, ты вообще это помнишь? Она говорит, я помню. Я как-то так... И когда я улетела в Москву, я потом перевелась в Москву, улетела сюда жить, и мне мамы там писали, девочек, что так жалко, что я улетела, ты так подтянула наших типа детей. Я сейчас это вспоминаю. Когда я была в 6 классе, например, я пошла на своих каникулах в садик помогать няне. Я не знаю, зачем я это сделала. Я не знаю, что меня туда потянуло, почему мне это было интересно в 6 классе. Ну, как бы не гулять там, да, со своими ровесниками, а пойти в сад помогать няне с деткой. Я до сих пор помню двух мальчишек, которые, их когда забирала мама, они всегда плакали, не хотели со мной расставаться. Потом мне всегда хотелось какой-то открыть такой, знаете, не, ну, садик я не хотела никогда вот такую ответственность на себя брать, в том плане, чтобы там без родителей дети были. Хотелось какой-то такой центр открыть, где будут приходить дети, заниматься, там будут разные разнопрофильные занятия, и мамы там будут их ждать. Потом я хотела, у меня был момент, я даже помню, когда я хотела устроиться в садик воспитательницей. Но меня смутило, что там надо приезжать в 7 утра.
уже быть на рабочем месте. Короче, я не знаю, вот я сейчас это все анализирую, я понимаю, что я к этому, ко всему шла, да, но вот как-то так. То есть мои мысли и моя мечта, она всегда была, вот крутилась как-то в этом направлении. Все вообще, ну как бы все мысли материализуются, все наши мечты, они сбываются, только... Очень, ну, важно не сидеть на месте, в любом случае, важно к ним идти, отсюда, с левой, с правой, сверху, снизу, какими-то дорожками. А, вы класс, спасибо, я вообще считаю, лучше детских шампуней нет, вот правильно, блин, что развелись, такая классная, вы, он рям, он еще жалеть будет. Я тоже так думаю. А шампунь и бальзам какой? Да, шампунь самый обычный, девочки, просто я вообще, у меня были когда-то очень дорогие шампуни. Эти альтерна там, еще какие-то, они мне не подошли. Все шампуни, которые я пробую, мне не подходят. Я покупаю самые обычные в магазине, какой-нибудь Пантин Прави там или еще что-то. Вот маски я могу разные пробовать, шампуни нет. Мне не подходит, мне начинает чесаться голова от всех дорогущих шампуней. Мой волос хочет простоты, ему не надо всякого люксового ухода. Важно в своем же для женщины возрасте. Конечно, да нет, но для женщины уже, когда да, дети, и в возрасте, и когда уже дети, конечно, хочется иметь уже. Папа приехал. Какой папа? А дедушки есть у вас? Есть. У нас три дедушки. Яна, привет, очень приятно тебя смотреть, интересно читать. Спасибо, девочки, дай Бог обрести свое жилье. Спасибо. Где дочка хохотушка? Да пускай мультик смотрит пока. Как настроить ребенка на позитив, например, не успеешь сдать экзамен? Ой, девочки, это вообще... Мне, кстати, очень часто подписчицы пишут вопросы эти в директ. Я скажу, я пока с этим не сталкивалась, поэтому я ничего вам не могу сказать, но я знаю, как моя племянница из-за этого вся переживает, потому что у нее в этом году тоже ЕГЭ или какая-нибудь там, да? Вот. Не знаю, наша система образования, ой, это вообще отдельная тема. Отдельная тема, на которую я как-то и хотела написать пост, потом думаю, раздувать эту тему не хочется. Ну, можно как-нибудь постик накатать. Каким вариантом вы готовили деток? Репетиторствовала я по-английскому. Я могла математику объяснять и английский. Это были мои два лучших, где я показывала лучшие результаты. Наконец, нам продала жилье, да, планируешь поезд строительство или готовую квартиру. На Камчатке мама продала. Привет, Сурингу. Я все об этом напишу, девочки, как только все устаканится по всем жилым нашим вопросам, я все напишу. То есть, просто давно за вами наблюдаю, очень интересно и познаватель. Спасибо. Мама ваша на пенсии, да, уже давно. У нас пенсия на Камчатке раньше, сейчас, я не говорю про сейчас, что сейчас изменилось, но вот та старая, у нас пенсия на Камчатке на 5 лет раньше и у мужчин, и у женщин, чем в Центральной России. Вы снимаете квартиру? Да, я пока снимаю квартиру. Спасибо за ответ. Давно вас не видела. Со времен два была приятна. Что... Спасибо. Привет, Яночка. Как тебе Нижний Новгород? Часто туда будешь ей приезжать? Ну, не, не часто. Как часто? Нет, не часто не буду, потому что много дел. Нижний, ну, я так скажу, не мой город Нижний. Я там была не первый раз. Приехать в гости, да. Чтобы мечты сбывались, нужно просто знать, что ты именно хочешь, и все, да. Не главное, чтобы муж жалел, главное, чтобы я на свою счастье нашла. Угу. Это правда. Блин, чем дороже шампунь, тем хуже. Не знаю почему. Я тоже была то вожатой, то в саду, чем для работы. Не знаю, с чего начать, чтобы заниматься чужими детьми. Начните заниматься со своим ребенком, с детьми подруг. Так, опять у меня ушло. Девочки, что-то уже... А вот странно, да, что-то дорогие шампуни, эффект фу. Яна, что там встречи с подписчиками? Думала недавно опять на эту тему. Да, я не знаю, реально ли это в Москве вообще организовать. Мне кажется, на Камчатке-то тяжело это было сделать, где вот такой вот город. А в Москве, мне кажется, это вообще нереально. Жад, ставила папу, вы его не планируете привезти сюда? Не папу, у мамы муж, и он завтра прилетает. Конечно, он переедет. Прилетает не с переездом, прилетает пока на время. Ему надо доработать, и потом он прилетит сюда. Как найти детей для занятий? Начните с каких-то близких, с детей, подруг, там, еще каких-нибудь друзей. Интересно, ваше мнение про школьников. У меня не про школьников, у меня про систему образования и про подход учителей. Как бы, напиши про образование школьное. Угу. Очень интересно, мне очень близко всем финское образование. Молодцы, финны, продумано. Здравствуйте, привет вам, привет, Санкт-Петербург. Как и психолог образования? Нет, но иду к этому, обучаюсь. Питер планирует в скором времени.
Ну, я бы съездила, у меня там же брат. Я, ну, пока нет. Пока в скором времени нет. У меня много бытовых таких моментов. Плюс работа, я не могу сейчас учеников своих оставить. Вот так, потому что я и так улечу на лето. Поэтому сейчас надо поработать. Я на какой Москве должен быть в женской гардеробе, на ваш взгляд? Удобный спортивный костюм на сегодняшний день. Не знаю, девочки, ну какой? Джинсы, джинсы. Я лично без них не могу. Хотя, кстати, знаете, что можно длинную юбку теплую так вот носить. Было бы красиво, мне кажется. Привет, Скиве. На клетке распространен грипп. У нас какой-то вирусы есть везде, конечно. И муж был с Камчатки, я правильно поняла? Да, сама с Камчатки, и он был с Камчатки. Он с Камчатки, и был, и есть. Рубин классный руководитель. Детям в 3 класс ставят всем диагнозы. Типа, она врачу, у самой детей нет, ей 46. Какие она диагнозы ставит? Кто вы по образованию, если не психолог, педагог? Я экономист, но я сейчас учусь, как бы, переучиваюсь. Любимые духи. Ой, девочки, Киллиан, Киллайн. А вы педагог по образованию? Пока еще нет. Не оконченный педагог, не оконченное образование. Привет, привет. 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 Стася смотрит мультик. Привет, привет. Тыри-тыри-тыри. Ну что, девочки? А где доченька? Он смотрит мультик. Включила ей мультик, чтобы с вами пообщаться немножко. То есть, а по времени смотрите, да, или по времени? Иногда нет. Иногда... Ну нет, в смысле, она вообще не так. Она редко смотрит телевизор, редко она смотрит мультики. Вот могу я включить? Вот-вот, вышла к вам в эфир, видите, включила. Бывает, включаю ей, когда приезжает ко мне подруга. Не, ну, то есть сначала она с нами тусуется, играет, потом устает, я могу включать. Стараюсь, конечно, минут на 20, максимум 30. Но у нас они не каждый день, я вообще поздно ей дала мультики смотреть. Наверное, она у меня начала их в 3 года может смотреть. То есть у меня до 3 лет не было никаких мультиков, и она, кстати, не была к ним приучена вообще. Вот. И у меня никогда не работает телевизор. Я вообще могу, мне даже сам телевизор мне и не нужен. Чем занять ребенка в 9 месяцев? Ничем, быть просто рядом. Чем его займешь? Ничем. В этом возрасте нужна просто мамочка рядом. И все, я вешала ее в эрго-рюкзак и все делала с ней. Мыла полы, убиралась, готовила есть. Она за всем наблюдала. И все. Иногда засыпала в этом эрго-рюкзаке. Как скоро бы хотела снова родить? Да уже бы хотела. Было бы неплохо. Как часто звонит папа, когда Настя замирается к вам? Да, замирается к вам. Он был у нас только недавно, 2 недели назад. Вы блондинкой были когда-нибудь? Никогда. Я над детьми блогера Данечка, ты теперь будешь заниматься? Да, я занимаюсь с ними. Теперь буду с ними заниматься, да. Расскажи про маску из семян льна. Девочки, напишу в сторис, наверное, потому что много вопросов по этой маске. Напишу. Какие книги можете посоветовать, чтобы развивать в себе женственность? О, блин, я не знаю, какие книги. Девочки, я книг вот так, чтобы прям взять, прочитать книгу от начала до конца какую-то... Я не читаю. Я очень много наблюдаю. Слушаю истории, мне же очень много пишет девочек в Инстаграм, мне мои девчонки делятся, я очень много наблюдаю, анализирую, я анализирую себя, свой там жизненный опыт, свои ошибки, ну вот то есть как-то так. Женственность, я даже, ее можно развить себе же, я даже не, носите юбки, как говорят некоторые психологи вроде, да, что носите юбки, она заземляет, а так как мы питаемся, мы женщины, у нас подпитка идет от земли, земля плодородна, мы плодородны, и юбка, она, мне кажется, дает некое вот такое ощущение себя именно вот в этом вот. Тебе что, мультик не интересен? Ну, то есть, мне кажется, есть такой момент, когда одеваешь длинное платье или юбку, даже себя как-то чувствовать начинаешь, такой плывущий, знаете. Где себе купить семена льна? В Кусвилле, мне кажется. Да не кажется, в смысле, я купила их там недавно.
готовить. Пока готовит мама, да, пока она на себя это взяла, я отдала ей кухню в ее распоряжение, потому что на кухне две хозяйки, это, ну, я только салаты делаю, салаты, вот такие какие-то моменты, но когда мы разъедемся, то, естественно, это ляжет на меня. Да, без пластики я, и у меня уже даже отошли все мои. Я без пластики, но, девочки, я, те, кто со мной давно, они знают, что я делаю инъекции. Но сейчас у меня ничего нет. Какой стаж вождения у вас? Ну, с 18 лет я села за руль. Считайте, сколько у меня лет. 18. Ты же нужно книгу писать. Да, Яна, испытываешь чувство, что все сделала правильно, переехала? Ух, естественно. Естественно. А когда я прилечу на Камчатку, например, в следующем году, я знаю, что я еще раз в этом убедюсь или как там. Естественно. Есть у вас любимый блогер? Любимого нет. Ну, некоторых смотрю. Ну, как, некоторых так, посматриваю. С Сашей Варминой дружите? Ну, мы хорошо общаемся. Яна, какие игры развития моторики можешь посоветовать взрослому человеку? 27 попал в аварию, не ходит плохо, это одна рука. Для моторики. А, наверное, такой же, как и для малышей. Вот в Монтессори есть такая ковырялки. Надо открыть такой планшетик, и там вот такими кругляшками закрыты животные. Все, что ковыряется. Потом конфетку заверните, или как что-нибудь, какой-нибудь, ну, вот такой предмет заверните в фольгу, чтобы разворачивал, да? Все, что вот пальчиками надо делать, поковырять, развернуть, вот это будет хорошо. Да, в любой аптеке семена льна. Да, Яночка, сохраните эфир, пожалуйста, я не успела посидеть в эфире. Хорошо, привет, Яна, вы общаетесь с бывшими участниками Дома 2. Я так не люблю тему про Дом 2, это вообще какой-то ужас. Можно я не буду отвечать? Маникюр сами делать? Нет. Я вообще не умею никакие маникюры, педикюры, это не мое. Я могу красить, я могу цвета смешивать, там, вот это я могу. А маникюры нет, вчера, кстати, делала. Или позавчера маникюрчик. А с Бородиной нет, не общаемся. Привет. Ну что такое, прическа испортилась? Была хоть покрасивее немножко. Да? Девочки, ну что вы там, болтаете со мной или нет? 8. Я, кстати, есть хочу. Я приехала и ничего еще не ела. Косметики у вас много? Ну, хватает, учитывая, что я сейчас из-за ей минимально пользуюсь, поэтому ее как бы она все лежит. На мультик, представляешь, и на мультик зависла я тоже. Морщин что хорошо помогает? От морщин что хорошо помогает? Массаж. Сегодня обсуждали с подружкой. Массаж. Всякий есть зоган, шмоган. Но это просто не моя тема. Я знаю, что он работает, эти массажи все. Я знаю, что он помогает. Гимнастика там для лица.